Это маленький городок, история которого насчитывает 2800 лет, на территории которого сохранились самые целостные городские стены. В нем есть более 3000 дворов, построенных в династии Мин и Цин. 100 лет назад он являлся финансовым центром Китая. Здесь расположена самая древняя буддийская цветная скульптура. В городе жило более 40 тысяч человек. Сегодня он уже стал общим богатством для всего человечества. Город Пиньяо, старинный уездный город, расположен в средней части китайской провинции Шаньси. В 90-е годы 20 века этот небольшой городок на севере Китая привлек внимание всего мира. Прежде чем начать рассказывать об истории этого городка, нам нужно вернуться на время 2800 лет назад. Этот древний город был построен генералом Ин Цзифу в династии Чжоу для сопротивления нападения со стороны северных кочевников. Сегодня у восточной стены городка мы можем увидеть храм, построенный местными жителями 600 лет назад в его честь. Говорят, что за восточной стеной, от которой менее чем 300 метров, похоронена могила с его одеждой. Можно сказать, что Ин Цзифу является основателем города Пиньяо. Старинные стены являются истоком и символом истории города Пиньяо. 2800 лет назад, во время господства династии Чжоу, на нынешней территории города начали размещаться войска, строиться дома, кроме того, построили защитную линию. Это и есть источник истории города Пиньяо. В 1368 году в Китае началась новая династия Мин. Заново построили и укрепили северные китайские стены. Одновременно правительство строило стены во многих важных городах. В это время уже было возможно массовое производство огромных твердых кирпичей в качестве строительных материалов. В 1370 году глинобитые старинные стены были заменены кирпичами. Это строительство длилось десяток лет. Сегодня перед нами стоит целостная старинная стена. Ее длина составляет 6162,7 метра. Ее высота 12 метров, ширина базы более 10 метров, ширина верхней части стены от 3 до 6 метров. Глубина реки, окружающей городок, 3 метра. Когда высохла река, чуть видны следы русла. За каждыми воротами города была квадратная зона, ее высота равна стене. Эта зона называется городком Вэн. Внутри этого городка построены внутренние и внешние ворота, где в будни проверяли прохожих. Во время боя можно пропускать определенное количество врагов, потом закрывать ворота в целях быстрого уничтожения врагов сверху. Последний раз, когда использовалась старинная стена для военной цели, 13 февраля 1938 года. В этот день, взорвав уголок восточной стены взрывчаткой, японские войска ворвались и заняли этот старинный город. Оборонные сооружения, построенные 600 лет назад, потеряли функцию на современной войне. До сих пор взорванная часть юго-восточной стены – следы снарядов японской армии. На протяжении 500 лет двух династий Мин и Цин стены города Пиньяо ремонтировали всего 26 раз. С 80-х годов 20 века китайское и местное правительство также многократно производили ремонт стены. Размер вложения насчитывал почти 10 миллионов юаней. Город Пиньяо выглядит квадратно, площадь занимает 2,25 квадратных километров. Центральная улица города, тянущаяся с севера на юг, образует прямую ось. Городское здание высотой 18,5 метров находится на центральной точке города. 4 проспекта, пересекающиеся в городе с севера на юг и с запада на восток, 8 равномерно распределенных по городу улиц, 72
перекрещивающихся переулка образовали в городке упорядоченную транспортную сеть. Казенные учреждения и монастырь из крыши, покрытой желтой и зеленой глазурованной черепицей, и обычные дома с серыми кирпичами символизируют иерархию. В начале 80-х годов 20 века в Китае начались крупные экономические реформы. Из-за недостаточного познания значимости старинных сооружений, либо из-за препятствий в план развития города, за одно время были снесены многие старинные здания. Город Пиньял не находился вне этой революции, также разработал общую программу города. Согласно этой программе, нужно было по крайней мере проложить несколько широких улиц, кроме того, на стене проделать 8 прорывов и построить ряд высоких зданий. В 1981 году начали осуществлять эту программу, которая погубит древний город. Но работа шла очень медленно из-за нехватки денежных средств. В это время специалисты по китайской древней архитектуре узнали об этом, немедленно обратились к правительству с просьбой сохранить этот старинный город. В итоге предложение было принято, и город Пиньял был сохранен ввиду того, что его экономика была в остающем состоянии. Сегодня Пиньял стал единственным городом, способным показать первоначальную структуру, стиль и облик традиционного древнего китайского города. Традиционная народная архитектура старинного города Пиньял относится к Сыхуань, типовой дом старой китайской архитектуры с квадратным двором на севере Китая, национальности Хань. В каждом дворе были построены невысокие кирпичные стены. Вокруг стоит внешняя стена в высоту 7-8 метров против ветра с песками севера. Комнаты во дворе находятся на северной части по координату лицом к югу, чтобы было много солнца. Специфика старых жилых домов в городе Пиньял заключается в том, что центральные комнаты во дворе сохранили форму пещеры на севере-западе. Такого вида пещера не больше делалась в земле, а на земле ее складывали из кирпичей. Как правило, пещерное строение состоит из 3-5 комнат. Вокруг пещеры обычно дополнительно строили деревянный коридор с черепичной крышей для защиты от дождей, ветров и солнца. Коридор был украшен изящной резьбой и росписью на разные темы. Ворота жилых домов очень специфические в виде арки, в высоком и узком виде коридора. Ворота с фестонами считаются самыми специфическими. Многие украшения в жилых домах Пиньял оставили следы разных времен. В старинном городе единственно сохранилась целостная ниша из кирпичной резьбы. До сегодняшнего дня в городе все-таки сохранено более 400 жилых дворов двух династий Мин и Цин в хорошем состоянии. Стоящая на южно-восточной части стены строение называется башней Куйсин. Куйсин – это первая звезда в Большой Медведице. Согласно даосизму, это полярная звезда, господствующая над экзаменом, который устраивали по приказу императора. На городской стене расположено 3000 амбразур, 72 башни для наблюдения за врагом и для хранения оружия. Они представляют 3000 учеников Конфуция, основателя китайского конфуцианства, и 72 мудрых человека.
В древнем городе напротив башни Куисин стоит храм для жертвоприношения Конфуцию. Китайцы называют храм Конфуция храмом Вэн. Где-то в 1163 году в династии Сун и Цин снова строился дворец Тащен в храме Вэн. Теперь он является самым старым сооружением на территории Китая. Сейчас на территории храма Конфуция расположена средняя школа Пиньяо, которая считается лучшей школой в городе. Мы можем увидеть этот факт по рейтингу принятия студентов. За дворцом Тащен на горной стене написан крупный иероглиф «Куй». Говорят, что здесь раньше был огромный барабан, в который мог пить только человек, который занял первое место на экзаменах, которые устраивал император. Эти особые по форме холодные оружия являются оружием для войны в Древнем Китае. В последние тысячи лет в китайском народе были группы людей физически крепких и хорошо владеющих ушу, специально привозят драгоценные грузы за чужих и получают хорошую плату. Эта организация называется Бяозю. В начале 19 века, хотя торговцы из Пиньяо платили огромную сумму денег Бяозю, но они с трудом доставили до места назначения большое количество груза в безопасности. В то время в городе Пиньяо был завод, на котором производили краску. Его филиалы находились в северных провинциях. Земляки и местные бизнесмены постоянно посещали эти филиалы и сберегали деньги. Они со справкой вернулись в город Пиньяо, потом пришли на завод за наличными деньгами, но они платили немножко комиссии. Лэ Лютай был директором завода, который предчувствовал огромный торговый шанс. Через несколько лет подготовки Лэ Лютай создал совершенно новую форму занятия монетами, то есть перевозка наличного серебра заменилась специальным переводным чеком. Больше не надо брать с собой большую сумму наличных денег. В 1823 году Лэ Лютай официально предложил владельцу завода Ли Дацюаню превратить бизнес по краске в банкирскую контору, то есть банк, назвав его «Восход солнца» Жишан Чан. Ли Дацюан в качестве инвестора вложил 7500 килограммов серебра. Это были сбережения нескольких поколений его семьи. Ли Дацюан и Лэ Лютай договорились, что права на занятие управления фирмой принадлежат Лэ Лютаю. Кроме того, он получает определенный процент первоначальных акций. Основными клиентами фирмы были различные крупные бизнесмены. Благодаря переводным чекам они не только безопасно и удобно переводили свои средства, но и уплатили разные расходы, поэтому был заменен традиционный способ расчета наличными. Переводный чек имеет только один экземпляр, он в руках у клиента, проводится система, по чеку выдает деньги. Для переводных чеков был создан код из иероглифических знаков, понятен только главному персоналу фирмы. Фирма также ввела правило об уплате задержка на 3-5 дней, чтобы потерявший чек имел время на заявку. Каждый чек заполнялся специальным человеком, почерк которого знают только внутренние лица. Более того, эти коды надо постоянно менять. В наше время все-таки сложно расшифровать эти пароли. Согласно различным расстояниям, фирма взимала плату за перевод где-то от 2-3 тысячной до 7-8%. Из-за неудобного транспорта срок перевода, как правило, был длительным. Фирма, пользуясь этим случаем, давала кредиты торговцам на низком уровне процента. Таким образом, она получала прибыль. Сейчас уже невозможно выяснить точное количество прибыли, полученной фирмой. Более известно, что в самом начале главный акционер Ли Дацюань вложил 7500 килограммов серебра. За 100 лет занятий эти вложения принесли его семье дивиденды на сумму 375 миллионов килограммов серебра. Каждый день на фирме и в разных филиалах бухгалтерия проводит итоги по занятию. Бухгалтер отвечает за счета фирмы и ее филиалов. В бухгалтерии было 2 работника, отвечающих за специализированные счета. Oh, yeah.
На фирме также была создана целая система отчета, центральной фигурой которой был господин за письма. Обычно он выбирался из кандидатов, успешно сдавших императорский экзамен. Он обладал высоким статусом и хорошо ему платили. Ежедневные отчеты выполнялись через письма. Генеральная фирма ежедневно получала более 100 писем с отчетами, на десятки среди которых необходимо было дать немедленный ответ. Фирмой управлял только старший управляющий, у которого было два помощника. В будни бухгалтер отвечает за отчеты по доходу и расходу в текущий день. Господин за письма собирал материалы по бизнесу в разных филиалах и отдал их старшему управляющему. Конкретные инструкции передавались разным филиалам через господина за письма. В период процветания фирмы по стране было всего 35 филиалов. На фирме работало 14-15 человек. В каждом филиале было 3-4 человека. Состав фирмы и ее филиалов не превышал 150 человек. На фирме были строгие требования к выбору работников. Возраст 13-15 летние мальчики. У них были правильные черты лица. Надо было сдавать экзамены по письму и счетам. Еще была нужна гарантия земляков. В семье должно было три поколения с незапятнанной репутацией. После принятия на фирму молодой человек 3 года работал учеником только с питанием и жильем, а без зарплаты. После срока учебы зарплата выдавалась не ему, а на руки его родителям. На фирме была такая система, как наемник работал до конца жизни. После того, как молодые люди взрослели, их распределяли по различным филиалам. Через год они могли получать специально разработанные акции для кадров фирмы. В эпоху династии Цин чиновников постоянно переводили. Одновременно нужно переводить большое количество наличного серебра. Эти чиновники стали самыми верными частными клиентами фирмы. С бурным ростом фирмы, как правительство выдавало деньги на оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, так и платили местные налоги, даже включая военные репарации, все через переводные чеки, которые выдавало правительство. В середине 19 века банковский бизнес вступил в период расцвета. Подавляющее большинство банков по всей стране было из провинции Шаньси. Всего было более 40 банков, 22 из которых находились в городе Пиньяо. В то время город Пиньяо стал финансовым центром Китая. В годы расцвета он почти контролировал половину денежного обращения в стране. В истории банка ни разу не было случая с поддельными чеками. Именно благодаря строгой системе управления некому было добиться использованного переводного чека. Сейчас мы видим целостный чек, которому ровно 100 лет. Возможно, из-за письменной ошибки при заполнении он стал недействительным. К счастью, его передавали из поколения в поколение. Это переписка того времени банка Жэйшэнчан. Эта бухгалтерская книга записала частичный счет в банке в 20-м году Даогуан, то есть в 1840 году. До сих пор это самая старая бухгалтерская книга из найденных. В конце 19-го до начала 20-го веков китайское общество переживало очень тревожное время. Банк многократно потерпел огромные убытки. В 20-е годы прошлого века банки в городе Пиньяо пришли в окончательный упадок. Банки в городе Пиньяо существовали ровно 100 лет со дня образования первого банка Жэйшэнчан до последнего Бао Фэнлун, который находился напротив первого. Монастырь Шуанлин находится в 6 километрах от юго-запада древнего города Пиньяо. Он занимает более 11 тысяч квадратных метров.
Все дворцы в монастыре расписаны цветными скульптурами. Самые большие из них достигают высоты 3 метра, малые не превышают 10 сантиметров. Насчитывается всего 2050 скульптур, среди которых 1566 находятся в хорошем состоянии. Строительство монастыря было закончено за 600-700 лет. Он считается сокровищем искусства по цветным скульптурам в династии Сун, Юан, Мень и Цин. Войдя в монастырь Шуанлин, мы сразу увидели дворец императора. Под карнизом стоит 4 цветных статуи высотой более 3 метров. Их называют 4 небесных стража. Глаза у 4 небесных стражей сделаны глазурью, выглядят живыми. Это китайская специфическая технология по украшению. В зале двора Шакья посередине высоко сидит основатель буддизма Шакьямуни. Слева и справа от него стоят скульптуры Бодхисаттв Вэньшу и Пусянь. Все стены в зале дворца Шакьямуни украшены цветными скульптурами, которые рассказывают о легендарной истории Будды, как он стал основателем буддизма. Где-то 200 скульптур имеют различные образы личности, разнообразные формы, движущиеся между сооружениями и горными камнями. Уникальная структура вызывает восхищение. В первом дворе еще построен маленький зал с алаханями, внутри сделаны 18 скульптур с алаханами. Алахан означает «человек, который заслуживает уважения». Древние художники старательно развивали свою фантазию и талант. Их уникальные произведения свидетельствуют, что китайское искусство по цветным скульптурам о буддизме приходило от формулы к личности. Люди называют их «святыми творениями». В центре второго двора святилище является самым высоким строением в монастыре. Так как основатель буддизма мог подчинять себе всевозможных демонов, поэтому храм называют «Дасюн». Эти 3 огромные скульптуры являются 3 олицетворением Будды. Дворец тысячи Будд находится в восточной части святилища. В нем имеется более 500 цветных скульптур. Главная скульптура – богиня Гуаньин. Ее поза была естественной. Лицо было спокойным и ласковым. Это является редким произведением. Рядом с ней стоит статуя бога охраны закона. Он называется первым Вайто в Китае. Высота статуи 1,6 метра. Выражение лица и глаза выглядят живыми, порождают настоящую красоту у воина. Это является самым выдающимся произведением по цветным скульптурам в монастыре Шуанлин. Более 500 цветных скульптур Будд по 4 стенам двора демонстрируют разнообразную святую картину королевства Будд. Напротив дворца тысячи Будд стоит дворец Будды. Главная статуя – тысячерукая и тысячеглазная Гуаньин. На душе у китайцев Будда Гуаньин лучше всех понимает народной горе, поэтому она обладает силой сближения. Ее образ более похож на красивую и великолепную девушку, у которой родилась тысяча рук и глаз для спасения обычных людей. Еще стоит привлекательный монастырь в 12 километрах от северо-востока древнего города Пиньяо. Он называется Джинго. Он был построен в 963 году. В разные династии его ремонтировали. Монастырь находится на севере, лицом к югу, с 2 дворами. Площадь его составляет 13 тысяч квадратных метров. Дворец тысячи Будд был построен более 1000 лет назад. Он целостно сохранил архитектурный стиль китайской династии Тан. Его специфика заключается в том, что дворец похож на квадрат, крыша крупная, карниз похож на летящие крылья. Дворец выглядит великолепно.
До сих пор этот дворец является одним из самых ранних деревянных зданий, обнаруженных в Китае. Во дворце Тысячи Будд стоит 11 цветных скульптур о Будде и его учениках. Эти скульптуры, хранящиеся в китайских монастырях на данный момент, являются единственными цветными произведениями в X веке. Они являются сокровищем страны. В династии Мин была построена башня трех Будд во втором дворе. До наших дней в ней сохраняются 37 цветных статуй, 52 первоначальных настенных рисунка. Эти скульптуры Будд и 4 бодхисаттвы имеют прекрасное изображение и естественные внешности, являются типичными произведениями в династии Мин, то есть в XIV веке. Рядом на горных стенах расписаны рисунки о горах, воде, цветах и птицах в форме древнего стиля рисования. Эти рисунки тщательно описывают о необыкновенной жизни Будды. Этой древней акации уже более 1000 лет. Она сопровождала монахов из поколения в поколение. Несмотря на то, что дерево не выше 3 метра, однако его форма очень необычна, и оно является одним из чудесных пейзажей в храме Джинго. Город Пиньяо находится на севере Китая и относится к традиционной зоне сельского хозяйства. Там господствует умеренно континентальный климат. Зимой холодно и мало осадка, летом жарко и много дождей. Главные культуры – пшеница, гаолянь и кукуруза. Посевные площади занимают более 1000 квадратных километров. В конце 20 века в основном обеспечивается продовольствие. В древнем городе больше половины населения все-таки остаются крестьянами, но у них давно уже нет земли для пахания. Большинство из них занимается маленьким бизнесом, они стали частными торговцами в старинном городе.